С вами дорогой друг Кирилл Собакин, и сегодня мы находимся на интересном заброшенном кладбище, где мы будем искать нашего голема. Наш голем скоро будет вместе с нами, мы уже начали его разработку. А с вами ваш любимый ведущий этого канала Бункер М, Бункер Могилка. Подписывайся, ставь колокольчик, можешь задонатить. Леди и джентльмены, мы с вами находимся на могиле Ефремовой Галины Григорьевны. У нас есть интересные идеи по поводу нашего существования в данной реальности. Мы ищем потусторонние. Обратите внимание, сейчас мы находимся именно здесь. Ефремова Мария Григорьевна, 1927-1983 год. Не 63-й, я немножко перепутал. Посмотрите, как она на нас смотрит. Рядом с ней Васильич Ефремович. Ищем духов. И, как всегда, ищем духов среди духов. Мы материализуемся в данной местности специально по вашим заявкам, чтобы показать вам всю красоту осеннего бала в садах смерти. Сады смерти, и дамы приглашают парней, чтобы потанцевать этот белый восхитительный танец могил. Мы будем думать дальше. Находимся здесь, чтобы узреть воочию потустороннее. У меня сейчас мой волшебный клинок. Он наточен и готов. Мы призываем духов этого леса прийти с нами на связь и показать нам истинные ответы на наши вопросы. Если есть у вас вопросы духом, дамы и господа, можете писать в комментариях. Мы будем обязательно записывать. В следующий раз, когда мы придем, мы будем спрашивать их через нашего чревовещателя, которого мы сделаем из могильной деревяшки. То есть это будет такой голем из дерева, который будет разговаривать потусторонним. Мы его подключим обязательным образом. Я вижу старый заброшенный сарай. Лицо человека. Надпись 17. Я вижу надпись 17. Я вижу зомби-боя. Зомби-бой. Зомби-бой говорит. И здесь. Анатолий, ты здесь? Анатолий, ты здесь? Анатолий, ты здесь? Анатолий? Анатолий, ты здесь? Анатолий на связи. Анатолий на связи. Анатолий на связи. Воскресни! Восстань! Раступись, разумя! Отворись! Отворись, гробовая доска!
посмотри моими глазами. Посмотри моими глазами. Я вижу жизнь. Я вижу слезы. И запах. Восстань!